А помните, каким он парнем был? Одну его улыбку забыть невозможно. В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-й годовщине со дня первого полета человека в космос. В празднике участвовали студенты, космонавты, первые лица округа. Даже 70 лет спустя выпускника тогда ремесленного училища знает каждый студент и преподаватель Люберецкого техникума. Именно здесь Юрий Гагарин окончил школу рабочей молодежи и освоил первую профессию литейщика-формовщика. Гордимся историей нашей страны, мы гордимся историей нашего техникума. Стал бы Юрий Алексеевичем космонавтом первым, не обучаясь здесь в стенах этого училища. Потому что мы так устроены по жизни, что кто-то должен дать импульс, зажечь этот огонек. И я думаю, что Юрию Алексеевичу этот огонек был как бы дан, или импульс, мотивация в стенах этого училища, сегодня техникумы. На праздник в техникум имени Гагарина приехал герой Советского Союза Александр Ловейкин. Летчик-космонавт признался, всегда грезил небом и полетами. 12 апреля 1961 года его мечта окрепла, но уже мечтал о покорении космоса. В феврале 1987 года Александр Ловейкин стал космонавтом номер 61. На орбитальной станции «Мир» он провел 174 дня. На борту нашей станции «Мир», на которой мы летали с Юрой Романенко, и на другие, когда летали другие экипажи, и позже, и сейчас на Международной космической станции всегда висит портрет Юрия Алексеевича Гагарина и Сергея Павловича Королева. И такое ощущение, что иногда я так смотрел на этот портрет, как будто он так смотрит на нас и говорит: «Ну что, ребята, я сделал первый шаг, а дальше работать вам». С юбилеем первого полета человека в космос собравшихся от лица партии «Единая Россия» поздравила депутат Государственной Думы Лидия Антонова. Ставьте высокие цели в жизни. Вы учитесь в прекрасном городе, вы учитесь в прекрасном колледже, действительно одном из лучших в Подмосковье. У вас есть все возможности стать хорошим, умным человеком, который создаст свою жизнь и сделает свою жизнь счастливой, и, значит, сделает счастливой свою семью, сделает счастливым наше государство. Поэтому несите вот образ Юрия Алексеевича в своем сердце, гордитесь тем, что вы гагаринцы. В преддверии Дня космонавтики 12 лучших учащихся Люберецкого техникума имени Гагарина приняли в ряды гагаринцев. Удостоверение и нагрудный знак им вручили Лидия Антонова и Александр Ловейкин. Мы обещаем быть примером в учебе, настойчиво овладевать профессией, в совершенстве постигать секреты рабочего мастерства. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.